А я решил опробовать командный бой на больших картах, потому что уличные войны я пытался найти, и почему-то не нашел ни одной, видимо, открытой игры, и начал создавать сервер, на который зашли только 6 человек, поэтому как-то играть в уличные войны 4 на 3 я не решился. Поэтому, да и в любом случае, как бы через полчаса, вы сами можете посмотреть по времени, начинается матч чемпионата Европы, поэтому я думаю, что с третьим дублем надо уже завязывать, а я не посмотрел еще два режима, командный бой и на больших картах и перестрелку на больших картах, перестрелку не смотрел вообще, ну я решил попробовать командный бой и самую мякотку, самый рейдж оставить наконец, потому что чувствую, что перестрелка это просто ад. Окей, давайте. Всего лишь 4,5 минуты, но, видимо, этот матч еще один. О, я стою в шапочке. Я буду просто играть сейчас в свое удовольствие, я буду бегать. Я буду смотреть на текстурки, смотрите. Текстурки? Давай, я тебя буду бегать с кем? Мастер Mad Max все-таки убил. Вау. Я вот этого, который внизу шел, не увидел. Только увидел того, который вверху. Вот этого я не заметил совсем. Видимо, он выбежал из-за экрана или из-за угла. Какая разница, из-за экрана, из-за угла. Выбежал, в общем, и вдарил мне по заднице. Активненько так. Вот эта карта неплохая. Он скрылся, вы посмотрите на этот. Вау, вы посмотрите. Посмотрите, он убил, по-моему, троих, еще и скрылся. Отлично. Посмотрите сейчас, как меня быстро возродили. Окей, все, убегаем. Бегаем с пацанами. Ну, видимо, я попал в команду похуже. Чем-то, ну, в любом случае. Какая разница, я все равно отстой. Я нуб. Готов, чувак. Так, тот был под укрытием. Так, я отсюда боюсь выходить, потому что там, блин, их столько много. Черт. Реакция вообще заторможена. Нет, смотрите, я еще кому-то помог убить кого-то. Вау, меня так прицел задергало просто, зашибись. Я ничего не мог сделать. Я пытаюсь его влево, я немножечко его влево, вот так вот. Оба, и он... Просто на 360 градусов начинает вертеться. Я вообще не в другую сторону побежал. О, Валера, я Валера. Где граната? В каком месте граната была? Чувак, прикрой. Чувак, прикрой! Он здесь убил его. Сейчас посмотрим. Я должен, по крайней мере, был помочь. Да, убил его, молодец. Или нет? Помощь? Кому? Так, надо поваляться. Нет, ладно, встаем. Разобрался с гантом, окей. Ну я просто ничего, невозможно что-то с ними сделать. Я подыхаю снова и здесь. Не смотри. 5-3! Нет, стойте, это не то. Нет, 3-5. 3 это помощь.
Кидай гранату, твою мать! Я не понимаю, почему иногда срабатывает это. О, почему налево-то никто не смотрит, вашу мать! Тупые дебилы! Этот West Coast уже, если честно, затрахал. Я D4 TV, я ключ. Меня возродят, может быть? Я еще, конечно, бы посидел больше. Вау, зашибись, респаун! Давайте поаплодируем этому! Браво! Давайте, у меня даже свист уже не работает, потому что у меня все чувства я вложил в эти аплодисменты! Браво! 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 Просто отличный респаун! Я мог сообразить, что происходит, кто меня стреляет. Вообще никого рядом не было, были рядом одни друзья. Да, да, ребята, да, браво. Отлично, у меня свист получился. О, господи. Вот казалось бы, отличный мультиплеер, все окей. Но, знаете, на чем рушится? На гребаном респауне, вонючем поганом респауне. Все, вообще, все вообще все рушится во всех режимах из-за респауна. Потому что ты, мать твою, возрождаешься в окружении врагов или вообще рядышком с ними, прямо перед ими глазами. Вот как. Вот лично вы видели сейчас после вот пример, да, это как бы, вы знаете, вот YouTube сейчас помогает игры просто такие уничтожать. То есть раньше можно было сказать. Может, у вас какой-то респаун говёный, а разработчики бы сказали, это херня, ты ничего не докажешь. Сейчас, пожалуйста, видео доказательства. Меня возродили рядом с врагом. Вау, зашибись, ребята, молодцы, Rockstar. Вы отлично делаете мультиплеер, вы шикарны. У вас мультиплеер, Red Dead Redemption был отстойным в плане мультиплеера. GTA был отстойным в плане мультиплеера. Зачем вы решили сделать Max Payne 3 мультиплеер? Я не знаю. Нет, я не говорю, что мультиплеер Max Payne 3 отстойный, но он интересный, но... Мать вашу, вонючий респаун, господи, блин, я хочу себе мозг вытащить и поставить перед телевизором, чтобы он осознал то, что настолько уничтожена эта игра. Давайте попробуем еще один командный бой на большой карте. Карта автобусный парк. А кто? Крачу прета я не настроил еще, поэтому я буду бомжом просто. Нет, хотя бы в кроссовках, и на том спасибо. Ну, естественно, я буду всасывать. Нет, с нами, смотрите, с нами West Coast, который G4TV рулит. Давайте с ним побегаем. Раз он такой задрот. Ты задрот. Я тебе сейчас дам в нос. А вы куда подумали? На удачу, гранаты. Надо обойти вот здесь. Кусок говна, чтоб ты сдох! Вонючий ублюдок забрал мой фраг, козел! Вонючий западный... Я ненавижу западное побережье. Я уже начинаю ненавидеть западное побережье. О, спасибо. Вот это прикрыли, молодцы. Ну, здесь я ничего не могу сделать, меня двое стреляли. В обой 1983 года? Чувак, тебе 29 лет. Иди нахер отсюда, иди детей рожай. Хотя... Ладно. Нынешняя... Задолбали возрождать рядом с врагами. Сейчас я к Rockstar, ведь, блин, приду. А потом, как я потом, как а потом я кому-нибудь по роже надаю. Соси мой палец, чувак. Соси мой палец. Я его убил еще? Я был с минимум здоровья вообще. Мне одного выстрела бы хватило. Да, мы его добили с кем-то. Козел, Гантон желает моей смерти. Ой, вонючий Гантон. Ты слышишь, Гантон? Пошел в жопу со своей вендетой. Я не хочу с твоей гантонской вендеты. Гантон. Гантон с циферками. Циферный гантон.
Ну что поделать, если у него ник такой? Зачем ты мародерствуешь? Волочь. Я не хочу выбегать один на Гантона. Не принуждайте меня так, там никого нету. Так. Тут один был за углом. Вот он, Гантон, я его увидел. Он хочет за мной сразу взорваться. Я не хочу с ним разбираться один. Чуваки, помогите. Не хочу один с Гантоном. Один-то на Гантона нет. Не хочу. Не бросай, не покидай меня. Клоп. Кто ты? Клип. Клип 49-й, клип. Не покидай меня. Не хочу быть один. Не хочу быть forever alone. Чувак. Чувак, я за тобой буду бегать. Помоги мне одолеть Гантона. Нет, я просто уже бесполезен буквально целую минуту, по-моему. Как и клип. Вот, я кого-то увидел. Зря это сделал, ведь могли стекла могли задержать пули, которые летят. What the fuck? Гантона вижу. Или это не Гантон? Нет, это какой-то Amazing Gansu. Я сейчас так за Гансу. О, господи, это была граната на супер удачу просто. Она прилипла с другой стороны стекла и убила меня. Это просто отлично. Понятно, что вендетта теперь значит. Это просто дается больше опыта за убийство. Ты себя выдаешь своим лазером, кретин. Я его только помог убить. Нет, мне сегодня везет абсолютно. Я просто помощничек отличный. Я так мог себе и голову ведь раскроить сейчас. Я снова... Да вы посмотрите на эту чушь. Ух ты. Вау, я ему почти все здоровье снял, и он меня все равно убил. Я все равно, я даже был с бронежилетом. Алло, гараж! Зависло что ли все? Вы смотрите. Ничего не появляется. Ребята. Ребята. Алло. Ребятки. Я хочу вернуться в игру. Может быть, как-нибудь так можно? Эй! They followed through with it. Простите меня, дорогие друзья! А что я сделаю, если я не вижу себя? Вы сами это видели! Это просто дебилизм! Это просто дебилизм! Меня только что человек с вендеттой убил. Отлично! Отлично просто! Это последний матч официально. Меня затрахали эти баги. Это унылая параша. Смотрите на эту чушь, да сколько можно-то, вашу мать! Господи, да убейтесь уже об стену, козлы! Это ведь, ну ладно, один раз, два, три, ну блин, постоянно чтобы! Я же себе мозг съем! Руки откушу! А если я бегаю с кем-нибудь, то обязательно забирают мои фраги. Опять помощь. Да вы посмотрите на это.
Да что такое-то? Спасибо тебе, что ты попался мне под руку. О-о-о! Я просто тебя... Я женюсь сейчас на тебе. Хотел я зарейджить, но не буду. Я сдержался. У меня есть воля к тому, чтобы не рейджить. А, определенные моменты. Я его взорвал, вы посмотрите. Fuck you, дебил. Наконец-то моя ловушка сработала. Поняла, да, как меня убивать? Лучше бы ты сдох от сама. А ты... What the fuck? Ну вот, теперь по канализациям. Отлично. По канализациям побегал. Пулю в лоб получил. Кого-то еще подорвал. По-моему, все убийства идут не мне. Ну, еще больше всех, наверное, подыхал, да? Ну да, почти. Нет, есть кто-то 17 раз сдох, да. Но он убил, соответственно. Больше, чем я. Я просто врагов уже не вижу. Ну, здесь я уже ничего не сделаю, я не успел просто среагировать на это. Я хотел ближний бой нажать, но невозможно это было сделать. Чуваки, мы с бронежилетами, давайте. Так, ну, с другой стороны только надо обойти, но мы выиграем, ну, не за счет меня, конечно же. Сегодня, видимо, не мой день. В некоторых двух матчах я еще жёг, но последних, увы. Видимо, не сработались мы с командой, не поняли друг друга. Надо вынести того, вот, который засел в здание, он затрахал уже всех, по-моему. А мне показали, что он наверху, но, видимо, это был другой. Неважно, видимо, меня снова зародили прямо рядом с врагом. Снова, а нет, я. Нет, я ловушки снова убил. Сколько ж кретинов-то, а? Каким образом он меня мог попасть? Каким нет? И почему я в него не смог попасть? Неважно, это все уже, мы выиграли. Ну, это полный идиотизм. Просто с респаунами, просто отстой. Отстой. Не, ну, конечно, может быть, я просто такой везучий, то, что меня во всех играх... ну, не во всех, конечно, играх, но именно конкретно в этой игре респаунят рядом с врагами. Может быть, конечно, если вы будете играть в мультиплеер, у вас такой ситуации не будет, но вы сами видите то, что меня практически во всех играх возрождает прямо рядом с врагами, и это... И это просто... И это обидно. Надо завести новую передачу, и это обидно. И говорите еще таким грустным голосом. А, ну еще вспомните про баг в этом матче, когда меня как бы возродили, но экран не сменился, и меня спокойно халявой, в качестве халявы снял человек, который объявил мне вендетту. Да-да-да, это тоже было, конечно же, честно. Ну и давайте перейдем к самому, к самой мякотке. Конечно же, к перестрелке на большой карте. Да, да, ребятки, сейчас... Вот сейчас я советую выключить, вообще выйти с Ютуба, уйти из дома, идти на улицу играть, футбол, баскетбол, не знаю, всем людям, которые смотрят это видео, потому что, я так полагаю, сейчас будет просто